Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжим сегодня нашу работу. Обсудим ряд вопросов, связанных с формированием проекта госпрограммы вооружений на 18-25 годы. Напомню, что эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружения для всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это позволит значительно повысить боевой потенциал вооруженных сил, обеспечит выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены военной доктриной и стратегией национальной безопасности, да, собственно говоря, и рядом других важнейших документов. Планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружения и техники, они дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия. В ходе формирования и реализации проекта госпрограммы вооружений следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения. Соответствующие программы активно реализуются. Последний раз обсуждали мы эту тему с вами в ходе совещания в Рыбинске и признали, что в целом по импортозамещению продукции военного назначения достигнуты хорошие результаты. Однако следует иметь в виду, что предстоит сделать гораздо больше, имея в виду развитие отечественной электронной компонентной базы прежде всего, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения. Сегодня рассмотрим вопросы, связанные с состоянием сухопутных и воздушно-десантных войск, обсудим перспективы их развития с учетом формирование проекта госпрограммы вооружений до 2025 года. Отмечу, что к концу 2017 года доля современных вооружений в сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ – 58%. В предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новые качества. Решение этой задачи прямо зависит от возможностей организации оборонно-промышленного комплекса. Необходимо оценить производственно-технологические мощности промышленности, в том числе и потенциал их дальнейшего развития. Вначале заслушаем доклады главнокомандующего сухопутными войсками, командующего воздушно-десантными войсками, после их выступлений руководителей интегрированных структур и организации ОПК проинформируют нас по вопросам и проблемам реализации спланированных мероприятий. Давайте начнем работать, пожалуйста.